Дело в том, что каждый месяц выбирают несколько домов и проводят среди жильцов опросы на тему занятости. Вообще, такие исследования ведут по всей республике. Специальную выборку присылают из столицы региона. Опросив жильцов указанных домов, полученную информацию отправляют в Уфу. Таким образом, собирают статистические данные о трудоустройстве населения. Анкета на нескольких листах включает в себя самые разные вопросы, которые касаются занятости жителей Нефтекамска. Анкета довольно-таки обширная, содержит вопросы о уровне образования, о текущей занятости, о дополнительной занятости, продолжительности рабочей недели, занятости в личном подсобном хозяйстве, о наличии дополнительных подработок. На этот раз будут опрашивать горожан, живущих на улице Социалистической, в домах номер 67 и 69. Для получения необходимых данных нужно, чтобы на вопросы ответили 60-65 человек. Специалисты отдела статистики могут прийти и днем, но стараются выбрать вечернее время либо выходные. Так что, жители указанных домов, не удивляйтесь, если и в вашу дверь постучат. Только обязательно проверьте удостоверение. Интерьер имеет специальное удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. И они специально обучены. Такое обследование по городу в основном проводит один и тот же человек. Опрос жителей стартует 14 марта, а завершится 20 числа. Затем все полученные данные обработают и отправят в Уфу. А в апреле получат из столицы новые адреса и сроки очередного обхода.